Приветствую, друзья. Я говорю о будущем вебинаре, который у нас будет в четверг в 20 часов. Там в комменте прикрепленном будут подробности, как войти, как оплатить и так далее. Так вот, польза какая будет от этого? Там, во-первых, будет дан практически сразу прием, который позволяет за 5 секунд снять стресс. За 5 секунд буквально снять стресс и научиться через этот прием в любой критической ситуации. Ну, допустим, у вас экзамены, допустим, у вас выступление, встреча какая-то важная, волнительное выяснение отношений личных там, что вы можете за 5 секунд сразу освобождаться от неприятного состояния, которое вас держит в этом самом волнении, в этом стрессе, в этом страхе ошибки, который, ну, вы будете сразу освобождаться, чувствовать себя увереннее, свободнее, с ясной головой. Интуиция начнет вам подсказывать, что и как надо правильно делать, и вы будете чувствовать, что вы попадаете из зоны возможного невезения какого-то, если там какие-то моменты у вас были, что-то не получалось, или как-то, то есть попадаете в зону большей везучести. Это очень важно. И вот там вот очень прием будет основан на закономерностях работы мозга, закономерностях работы организма в ситуации волнительных состояний человека, потому что человек так устроен, что его весь организм ему инстинктивно помогает решать волнующие вопросы, но он не знает об этом, и часть этих ответных реакций просто блокирует. У него поэтому напряжение просто резко подскакивает и носит иногда неуправляемый характер. Поэтому, когда вы узнаете 5-секундный, а почему именно 5-секундный? Почему там нам не полчаса, не 20 минут? Потому что мы же в школе «Человек будущего», «Homo Futurus», где мы стараемся все больше и больше сократить время получения желаемого результата до секунд, чтобы мы могли в условиях неопределенности быстро соображать, быстро принимать реакции какие-то позитивные такие, получать и принимать решения такие, которые оригинальные, то есть изобретать по ходу ситуации со скоростью инстинктивного реагирования. Ну что такое инстинктивное реагирование? Ну, допустим, вот вы, пылинка вот летит в глаз, еще не попала, а вы уже успели моргнуть. Такая скорость. Вот с этой скоростью, что вы могли быстро соображать, изобретать, потому что человек по природе творец. А для этого надо уметь раскрепощаться, снимать нервно-мышечные зажимы. И поэтому и новички, которые придут к нам на вебинар, тоже в полном объеме получат все, что им нужно. Приемы для снятия зажатости, снятия блоков ума и тела, освобождения, раскрепощения, выхода на состояние такого творческого состояния, выхода на состояние раскрепощения. Да, и в конечном счете научиться этому приему, который будет состоять из трехуровневой синхрогимнастики в скоростном применении. Трехуровневая – это вообще это супер такая вещь. Ну, например, вы там, когда нервничаете, вы там… Ну ладно, вы там все узнаете. И, кстати говоря, мне поможет Ален, мой сын психолог и художник, и поможет, он покажет всем новичкам, что перед любой ответственной ситуацией, перед любой критической ситуацией, если сделать синхрогимнастику, да, это действие синхронные текущему состоянию, если их сделать, ну, не прямо там во время ситуации, а до того, превентивно, профилактически, то во время этих ситуаций вы чувствуете себя легко и свободно. Он мне поможет, и вы мне поможете, потому что там будет Zoom. Мы вам сбросим во время этой трансляции Zoom. Вы будете заходить, задавать вопросы. А там эта школа «Человек будущего», Homo Futurus. Такое общечеловеческое общение, так легко и свободно дышится, что когда вы будете там задавать вопросы,
вы почувствуете, как легко и свободно вы их задаете, а то, что вы не хотите говорить, и не надо. И не надо. Да. Так что, друзья, до связи. Подписывайтесь на наш канал YouTube, кто не подписан. И обязательно подписывайтесь на канал Telegram. Под видеороликом все ссылки. До встречи, друзья. Это вот упражнение будет просто потрясающее. Такого в интернете вы до того никогда видеть не могли. А теперь увидите, потому что я вас приветствую. До встречи.